У меня вопрос. Да. А сколько здесь ступеней? 153. Всего? Всего. А в Риме побольше было. Со счета сбилась. Фух, осталось немного. Упс. О, ветер сразу встретил. Голуби. Ну что, сейчас посмотрим весь Зарайск с высоты водонапорной башни. Телефон надо держать сильнее, а то ветром унесет. Башня в башне. Водонапорная башня в городе Зарайск. Вот там река Осётр. Оттуда я пришла. Там вокзал. Чистенько все. Так, мне здесь понравилось. Ребят, очень душевно. Благодаря маленьким старинным домишкам, чистым улицам. Очень приятно. Рекомендую, если вы живете в Москве, то приезжайте, обязательно погуляйте здесь. Перед нами внутренности башни. Тут главное все время голову держать пониже, а то тут вот балки еще торчат. Но на протяжении всего подъема надо голову вниз опускать, поэтому мне сказали, чтобы я сняла очки и не одевала их на волосы. Вот, опять тут наклоняемся. И здесь у нас довольно-таки интересный видок. Вот, Екатерининская улица. Здесь можно посидеть. Здесь есть скамеечка. Упс. И так на всех этажах. Сел, посидел, отдохнул, пока поднимаешься. Впервые Зарайск упоминается в летописях в 1146 году. Вот так вот. Это водонапорная башня. Потому что очень много ступенек. Давайте спросим, сколько ступенек-то у нас вообще-то. 153. Всего?